Сотни претендентов, но главный кубок заберет лишь сильнейший. В минувшие выходные в Иванове прошел всероссийский турнир по кудо на призы губернатора региона. На татами сошлись порядка 200 спортсменов из десятка регионов страны. Для каждого из бойцов этот турнир важен. От его исхода могут зависеть их дальнейшие спортивные достижения. Каждый год мы все увереннее проводим, все лучше и лучше. Естественно, приезжают самые лучшие спортсмены России. То есть у нас как раз победителем этого турнира присваивают звание «Мастер спорт». Поэтому ребята на самом деле основательно готовятся к этому турниру и стараются стать победителем такого турнира. Зрелищные бои, азарт и эмоции на грани. Без них кудо представить невозможно. Но так его видят зрители. Для бойцов же все по-другому. Установка одна – выйти и победить любой ценой. Преимущество на татами у тех спортсменов, кто серьезно подошел к тренировкам и не позволил волнению взять верх. Влад тренируется у двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна. Считает, настрой на бой во многом зависит от тренера. На этот раз установка сработала на 100%. Но он мне сказал не колхозничать. И сказал, что будет все хорошо, если ты будешь технично работать. Выиграл 3-0. Работал технично, пытался больше не лезть в борьбу. Но соперник сам этого хотел. Я взял у него 2 балла. На турнире у ивановцев еще одно явное преимущество. Ведь на трибунах болельщики, которые поддерживают и придают уверенности. А на кону честь региона, огромная ответственность. Нужно показать все, на что способны. На своей земле как более легче. Здесь находится твоя семья, твои друзья. Они тебя поддерживают. И это должно тебя заводить. На своей земле только поверь. Тренировки и наставления тренеров не прошли даром. Эльвин был признан лучшим бойцом. Отлично проявили себя и другие ивановские спортсмены. Завоевали 4 золотых награды, 5 серебряных и 2 бронзовые. Кубок губернатора остался в регионе. По крайней мере, еще на один год. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.